Глава правительства Шотландии Алекс Салмонд уверен в победе сторонников независимости на предстоящем референдуме. Салмонд призывает шотландцев не идти на поводу у британских политиков и не дать себя одурачить. В преддверии референдума в правительстве Соединенного Королевства заговорили о готовности предоставить Шотландии большую автономию и ряд льгот, если население выскажется против независимости. Шотландия стоит на пороге исторического события. Как страна мы снова учимся верить в себя, как народ обретаем свой голос. Только вчера Кэмерон говорил, как он уважает и обожает Шотландию и шотландский народ. А в это время за нашей спиной и казначейство, и бизнес-консультант Кэмерона занимались тем, что старались убедить ведущих бизнесменов говорить все плохое, что только они могут сказать о Шотландии. Глава британского кабинета в среду лично прибыл в Эдинбург уговаривать шотландцев не разрывать на части Соединенное Королевство. Референдум в Шотландии пройдет 18 сентября. Избирателям предложат ответить на вопрос, должна ли Шотландия стать независимым государством. Сказать «да», как показывают последние опросы, готовы 47% граждан. 53% высказываются против независимости. Ситуация меняется с каждым днем. Предсказать результаты плебисцита не берется никто.